Коньяк, водка, вино. Этими спиртными напитками незаконно торговали в магазине на улице Светланской. В помещении торговой точки полицейские нашли 36 литров алкоголя без документов. В отношении частного предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Помимо магазина на улице Светланской, полицейские проверили еще 26 торговых объектов города Владивостока. В итоге они составили 16 протоколов об административных правонарушениях, в их числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную реализацию товара и нарушение правил продажи алкогольной продукции. Согласно действующему законодательству, за реализацию алкогольной продукции без лицензии и регистрации индивидуальные предприниматели обязаны выплатить денежные штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. По итогам рейда 700 литров спиртной продукции стояли на полках магазинов Владивостока без лицензии. Изъятый алкоголь полицейские отправили на ответственное хранение, но это лишь то, что удалось выявить. В преддверии новогодних праздников стоит быть более внимательными. Если в руки попадет контрафакт, звоните в полицию и действуйте согласно полученным инструкциям. Если появится желание закрыть магазин с некачественным алкоголем, напишите заявление и в районную прокуратуру. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.